16 сентября 16 год Харьков, 22 по Киеву. Пик последнего в этом году затмения лунного. На пик затмения и пиковая облачность. Не свезло. Обещали кроваво-красную луну. Полулунная она называется, что ли, затмение. Ну, не видать ничего. Никаких полулунных затмений, никаких кроваво-красных. Некоторая краснота присутствует на тучах, но есть обоснованное подозрение, что это от надписи «Экватор» на торговом центре.